Radiant Team Ban. Dire Team Ban. Radiant Team Ban. Dire Team Pick. Radiant Team Pick. Takira. 10 seconds remaining. Radiant Team Pick. 5 seconds remaining. Disruptor! Dire Team... Chaos Knight. Dire Team Pick. Ancient Apparition. Radiant Team Pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Tidehunter. Dire Team Ban. Radiant Team Ban. Dire Team Ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant Team Ban. Dire Team Ban. No.
Radiant Team Ban. Dire Team Pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Windrunner at your service. Radiant Team Pick. Так. Мы ворвались наконец-то в игру Legacy против 5NF, которая подписана как Langur of Galaxy. Не знаю, что это обозначает, но ладно. Банный Дарксир, Ланая, Инвокер, Тинкер, Антимак от 5NF, от Legacy банный Батрайдер, Зомби, Баунти Хантер, Энигма, Воид в пиках. У 5NF Рубик, Чалс Кнайт, Ancient Operation, VR. Тут уже, ну, можно сказать, наверняка кто куда-то пойдет даже. Ну, только Рубик непонятно, то ли в трипу, то ли на мид. И у Legacy, собственно, есть Джекира, Дизраптор, Тайдхантер и Экстра Тайм, четвертый пик. Магнетавр! Просто Магнетавр. Не видели мы его почти в ЦМах. Только если на каких-нибудь онлайн-турнирах. Совсем недавно туда попал. Непонятно, как его реализовывать до конца. Last пик. Последний пик от 5NF. И у них еще есть целый экстра тайм. Экстра тайм целый. И главный вопрос. Рубик в мид или Рубик в трипл? Тогда кто мид? Ведь, я так понимаю, мид героя у Legacy вообще еще нету. Если что, не Магнатавр. Хотя я уже знаю, что на Тайде будет играть Оникс, и он будет опять терпеть сложную. И по некоторым слухам уже дошло то, что его заколебал Тайдхантер. Да, возможно, там красная кнопка, все неинтересно, ну, бывает. Тут, опять же, кстати, у 5NF тоже не все очевидно, на самом деле. Может, Чалс Кнайт с аппаратом в дабл мид пойдут. И Морф! Похоже, да, это будет дабл мид с Чалс Кнайтом, Морф с Рубиком где-нибудь в легкой, ВР-ка на сложной, ну вот что-то такое. Хотя, насчет легкой сложной, ну, наверное, надо подумать, куда они пойдут. Тут все-таки есть Дизраптор, Джекира. Может быть, фармящий Магнатавр. Вот такая вот тема может быть. Ну, Тайд стопудово пойдет в харду, и кто-то мид. Ну, Магнус в миде как бы не очень, наверное, будет все-таки смотреться. Особенно против Чалс Кнайта с аппаратом, он вообще ничего там не нафармит. Только будет убегать оттуда. Как паровозик. Тридцатая секунда экстра тайма. Времени все меньше. Все, давайте последний пик Legacy. Ну, я не знаю, когда барабанная дробь будет. Нужен последний пик, чтобы начать смотреть игру. Так, 10 секунд. 5 секунд. Не, у комментатора, давайте лучше хочется. SF! Shadow Fend! Да. Вот это выход. SF на миде. Просто наконец-то мы увидим СФа. Ну, он передумал насчет СФа, потом его реализовать. Так, тут какая-то непонятная пауза в игре, может что-то случилось, может. А, ну да, тут кто-то отлетел, похоже.
Вроде все игроки, да, все игроки на месте, но патронки проблемы. Сосна Морталис, СФ, Дезерт на Джакира. Наверное, его тоже заколебало играть на Джакира. Тает, Оникс, Патрон. Патрон, собственно, на Дизрапторе будет, ну да. Кто кроме него сыграет на Дизрапторе, он меня вообще поражает. И Куэрпа на Магнатавре будет фармить. Будет много-много фармить. У Патине Форсик на Рубике. Дэнни 44 на Ancient Operation. Чарльз Кнайт, Лам, Мистер Крабс играет на ВР. Джет Флэш играет на Морфе. Вообще, надо посмотреть, будет куда-куда пойдет, но пауза. И никакого экшена нету под паузой. Ну не знаю, тут баб, графика получше. Я посмотрел, как лягушки прыгают. Такой респект для Айсфрога. Все, хотят играть. Да, вот Патрон подсоединился. И все. Надо посмотреть, что будут делать команды. Ага. Вот он. В китайском стиле Дизраптор, вот этот вот спел веселый прокачал, сам веселый спел в игре, но вы должны знать про Глимс. Ну тут все стандартно. Джакира. Ну да, вот как предполагалось, значит, трипыха. Тут Оникс на тайде, вот такой. Ох! Какой царский тайд, вот куча костей, шипы всякие. Капитанская пиратская шапка. Капитан пират просто, а не царь. И рыба. Кусок рыбы в руке. Пойдет делать мерзости какие-нибудь в лес. Рыбой бить деревья. О, СФ. СФ в миде. Наконец-то я увижу СФ в миде. И главное, что СФ. Не важно, что мид. Главное, что СФ. Вот тут такой хитрый тип. Очень хитрый тип на самом деле. Потому что вот эту штуку снять очень тяжело. И чтобы не заблочить еще одним таким же подлым существом, вот этим вот. Спаун. Можно все равно время потерять, необходимое для леса. Тут что? Ой. Тут. Ага. Получается, кто здесь? А, ВРК. ВРК в изи. Морф мид и. И Чарльз Кнайт, Рубик. Operation на сложной. Будут активно играть, я сосна вот тут. Давайте, СФ, 80 крипов, 10 минут. А нет, 80 не получится. Черт, не получится. Ой, тут какая-то драка. Должна быть. Тут патрон из инвиза дает тычку аппарату. Вот это аппарата. На СПЭД. По КП аппарата. Зашибись. Уже вот активная дота будет наконец-то. Трипов против трипы, и это значит будет непрерывный нон-стоп экшен. Хотя вот здесь вот немножко переиграли уже ребята из ПТНФ. СФ пока в общей сложности добил крипов меньше. Хотя Морф, походу, это рискует против СФ, это в миде. Нельзя, он перекачивается уже. Безнаказанно. Вот тут что, тут потасовка, да? Все аккуратно подходят к крипам. Очень аккуратно подходят к крипам. Тут боятся проиграть. ВРК будет пытаться Тайда напрягать, хотя, по-моему, Тайда-то ВРК напрягать-то особо не получится. Тут, ой-ой-ой, Горпа тут вообще близко. Мог попасть. Тут всякие вредные сообщения летят в стиме. Ненавижу спам. Даже от МБ-арены. Там небольшой пиар будет ей. Ну что, СФ? Ну, СФ пока Морфу в миде-то проигрывает. Причем, так, достаточно проигрывает уже. Ну что тут, фарм? Фарм. Ну что, Чарльз Кнайт? А ведь Чарльз Кнайт был лучше, чем Корп тут, но, блин, один крип он не решает, он вообще ни черта не решает. Этот один крип фармится буквально за несколько секунд. Если уж вам так важен крипстат. А морф скилловый довольно, я смотрю. Против Морталиса в миде, ну, просто Морталис не на Ланае, ну, чё. Опять в бане, опять не дадут Ланае поюзать Морталису.
Если кто-нибудь на турнире разбанит Морталиса Луна, я не знаю, он подарит, наверное, 100 рублей этому пацану за фрислот. Насколько он, говорят, он сильный. Тут чё, тут... А, да, терпит немножко отверки тут. Хотя крипов-то нафармил-то почти в 3 раза больше. 14 тает, 6 ВР-ка. Так что перефармит. Ну, за это и морф развлекается на миде. 10-8 у морфа и только 7-5 у СФ. Хотя СФ, я так понимаю, тут поддынаю немного. До этого было похуже у него статистика. Ой-ой-ой. Ловят. Ловят Джакира. Джакира. Стеночку. Отличную стеночку по троим. Аппарат. Коудфит не помогает ему это. Что, будет Глимс? Да, Глимс! Ставит круг! Нет, нет, не получается, и обратно-то никто не пройдет. Чувствует патрон безнаказанность какую-то просто на хосте. Его замораживают. Коудфит будет, да, будет Коудфит, но он убегает. Магнитавр спасает его. Ой, волна, волна, волна! И что? Аппарат, о, ХП! Ой, нет, не будет наглеть сразу. Накормили аппарата хилонькой. На миде все спокойно, тут Морталис уже с бутылочкой. Рэчбэнд есть у морфа. Крипстат уже все равно у морфа. Да, я два раза покрыл гайдверку. У Джакира какие-то проблемы или у кого-то в команде. Опять пауза. Я не знаю, мне интересно тоже, что случилось такое. Тут вот 4 минут, ну ладно, можно пробежаться немного. Хотя нет, 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 пока пауза, я не буду ничего говорить. А хотя теперь можно, все, минута разницы между нормальным игрой и стримом. Ну, собственно, Тайт вообще переформил всех в этой игре, да. Хардлайн, как же. Не слышал я про Хардлайн в этой игре. Просто 20 крипов Тайт Хантер, 15 морф на миде и Джаус Кнайт. В трипе вообще 4 крипа. Магнитавра уже в 3 раза больше. СФ поместил в бутылку что-то вкусное. Да, у него есть иллюзии, вкусные иллюзии. О! Койл по двоим крипам вообще замечательно, но там морф все равно. Морф просто так не оставляет это. Забирает. Крипов тает. Выходит. На крипов. Это стритфуэрка. Делает. Анкер смэш. Минусы двоих крипов. Все, это 24 крипа, и он обгоняет до сих пор всех. Он отрывается еще. В итоге у нас будет керри тает на самом деле, который соберет две рапиры и будет всех убивать. Тут что, тут фарм. Фарм оф фейм. Корпус занимается ключом для себя делом. Ничего интересного не происходит. А вот сейчас Кнайт не фармит, вообще не фармит. Опа, Тайт-то шестой, действительно тут. Тайт-то шестой. Тайт сейчас не кубис какой-нибудь ворвется. 20 крипов СФ. Обыграл морфа СФ. Магнатавров тоже перефармил в топ-3. Обогнал мидового. Морфа. Причем ВРК 14 на соловании. Сейчас нет 5 в трипле. И, по-моему, трипа в трипу неплохой выбор. И тут врываются. Дают стан. Поднимают. Коудфит. Ну все, Джекира не уйдет. ФБ на дезерте. Морф врывается. Тут просто... Тут четверо. Ребята убегают. Я не знаю. И все. Просто... Просто на Rising Desert удача, там морф подошел, ну может разводили его, знали, что он... Ну да, говорят, до Desert 200 рублей зарплаты вышли, то что он нафидел. Типа, ну... Ну я не считаю это фидом, это нормальная ситуация, когда вчетвером просто загангали саппорта. Ну, со всеми бывает. Ну вот с Ониксом на Хардлайне не такое случается. Какой? Ты что? Ага. Ну да, Морталис просто теряет иллюзии. Вместо иллюзии забрал себе другую руну, более веселую, регенчик тут. Чё, Джакира. Тут Джакира, по-моему, такими темпами будет Челс Кнайта перефармливать к концу игры, у которого всего 6 крипов. 37 крипов Тай, 31 СФ, 24 Магнатавр. Соллайн ВРК перефармил уже своего же морфа на целого крипа. 18-17 у них. И Челс Кнайт играет тут роль саппорта, у него 6-0. Так, врыв. Какой-то нет? Не будет врыва? Да, не будет, походу, врыва.
что тут будет. Ты что, Морталис по уровню-то? А, ну он шестой, у него все стабильно, ему еще пару уровней там пофармить можно спокойно, там, до ультимейта на девятом где-то. Будет ему замечательно потом жить. Олег Иванович, а скрай-то. В этот раз он может не уйти. Нет, уходит. Поднимает Магнатавра. Глимс! Глимс! Какой отличный Глимс! И это Магнатавр забирает килл. Отличная игра от патрона. А, просто замечательно. Вот тут у него Глимс на раз, стеночка на раз и Тандерстрайк на двоечку. Все. Просто учит играть. Морталис тут почти всех крипов забрал. А школа не жалеет. 42-24 СФ. Ну, по-моему, порабощает. Начинает порабощать. У него есть ультимейт, есть восьмой уровень. Вот Оникс 42 крипа. Морталис 42 крипа. Это все слишком сильно, по-моему. Еще, ой-ой-ой, Хейст. Хейст в ботле у СФа. Что? Ой-ой-ой-ой, какая тут грязь-то будет. Грязь творится просто тут, вот в этой части карты. Вот, я не знаю, дай бог, чтобы за минуту что-то произошло, чтобы, блин, чтобы, ну, не спалилось. Хотя нет, нет, уходит СФ. А, ну тут это, тут есть подовый вард. Где-то в этом области. Где можно пропалить СФа хитрого. Нашли СФа. СФ получает стан, колдфит. Это надолго. И... Нет. Еще... Нет, все, заюзал. А нет, заюзал хейст. Айсвортекс пытается ставить. Морф преследует. И тут врыв. Туда входит просто за вышкой. Ревейдж! Минус один, минус два! СФ ультует! Убивают двоих уже! Троих убили в четверых! Это минус 4 от Легаси! Вот просто 5-1 становится счет. Просто великолепный маневр от команды Легаси. Браво! Да. Зато я знаю, почему Берка не умерла, она рыжая. СФ бы не пошел агангать. Те, кто в теме, те поймут. Тут не в обиду никому, на самом деле. Это просто черный дотерский юмор. О, захотят попушить вышку. Волна, и кусок ХП просто сняла. Рубику. Рубикоиду тут. Челскнайт. Челскнайт, да нету ничего, кроме тапка, перчатки. Ну, ПТК в 20-й минуте будет. Это залог успеха. А, тут еще Джекиллер скоро шестой получит, но тут тогда вообще бомба будет. Еще когда шестой получит Дизраптор, будет бомба, у него уже пятый. Вот хитрые ребята, очень хитрые ребята, смотри. Вот эти хитрые ребята сейчас будут, наверное, ну, палить контору, да, палят контору, по-моему. Вот такой Магнатавр берет, бац! Смотрит, стеночка, ой, разгон, арку вытолкнул! На другой уровень вообще! Ой-ой-ой-ой! Верка может умирает от нейтральных крипов! Зачем? Я не понимаю, могла уйти, спокойно уйти! Нейтральные крипы, агрессор начал скидать-то! Нет, не будет погони от эншентов! Как вас хоть зовут, эншенты? Древний большой громоящер и древний громоящер врывались на час. Проблема у СФа на мите. Вот тут есть Джекио, тут хотел с ТСФ ультануть, но он уже отрегенился. Готов делать что? Грязь. Вот этот морф уходит. Все. Двое косных. Двоих пацанов ботл есть. Ловит морфа в стену. Хочет сдуть. Нет, реген хороший. Есть койл? Нет. Не шибет. Варфа, перекачка. Перекачка-то у него, наверное, уже за Максина. Да, за Максина у него перекачка, он грамотный очень. Правда, крипов у него почти в два раза меньше, чем у СФ, и в два раза меньше почти что, опять же, чем у Оникса, это идея. Это плохо. По фарму он проигрывает. Ой-ой-ой. Оникс Бендагер в 12-й минуте. 9-й уровень. Это плохо. 4000 перефарма у... По опыту в Легаси, а вот именно по фарму у них больше 5000 золота нафармлено уже. Морталис берет руну Регена. Опасен.
Опасен, опасен. Давай посмотрим. 3-0 Магнатавр, 2-0 Тайт, 1-1 Рубик. Ага, Рубик-то тут врывался, оказывается. Единственный фраг. И все, больше киев никто не делал, только ассисты, крипы, Эльшин крипы. Со 106-1 ТП этому счет, всего 5 киев на самом деле. В Легасе, тут 9 уровень, ОСФ от Айда. Ой, рубыш! Вот просто двое на пол ХП, ловят Челоска Найта, у него без шансов будет. Связали Тайда с крипом. БРК, я не знаю, зачем разворачиваться, дает полуршот, но она не уйдет тогда. Дагер, дагер, дагер. Банч, дезерт ловит. И здесь газ дагера еще на Челоскнайт, выписывает стан, 4 секунды. Неудача, неудача для Оникса. И тут, смотри, о, хитрец какой идет. А тут что? А тут что? Ой, по-моему, очень хитрый. Либо очень хитрый, либо очень глупый. Тут. Вот, делать перекачку, терять пол ХП. Глимс! Нет, чуть-чуть не туда. Они поймали на стеночку, на стан, на Джакира. Но, блин, перекачка. 4-й уровень. Пытается выжить. Господи, сейчас Бенвокера с санстрайком какого-нибудь. Это не помогло бы. Тандерстрайк. Айспэд. Все, пока. Дисраптор убивает. 8-1 счет. При этом один фраг сделан был Ancient крипами, его почему-то отдали Legacy. Это не справедливость, дайте, я требую отдельной графы для Ancient крипов, которые убивают. А что там, кстати, низу? Магнатавр против Рубика. Магнатавр. У него, кстати, волна за Максина уже. Так что он сильный, 8 уровень получает, у него на двоечку Empower. Он фармит, ой-ой-ой, сколько у него денег-то. И Сэф убивает вышку в миде. Уже две вышки снесли Легаси. Счет 8-1, 14 минут. По-моему, команда 5NF вообще не знает, что делать сейчас. Их просто убивают по всем линиям, их перефармливают в два раза. Сейчас Снайдс действительно в роли саппорта. Это, кстати, интересная руна взял СФ, а вот сейчас это 11 крипов. В то же время Магнатавр 63. 11 Сиденайл. Тут что, тут Рубик. Ну, Рубик там может попасть немного. Ну все, по миду нет. По миду ничего не будет. Тут 4-й левел аппарат, 5-й Рубик. Ну, по-моему, все плохо. Все плохо. Врываются на СФа. Ой, хорошая связочка от ВРки. Тут перекат. СФ утонул, но посмертно. ВР получает голд. Кстати, шторм. Айспэд. Тут аппарат умрет. Он должен умирать. Да, умрет. Тут еще дагер. Рэвэйжем ВРку забирает. Минус 4. Еще 12-3. Это доминирование. Полное доминирование на карте. 11-й СФ, 11-й Тай, 9-й уровень Джакира, 7-й, 8-й Дизраптор, Магнатавр против 5-й, 5-й, 6-й, 9-й, 9-й. Я даже не буду называть, у кого эти уровни, тут так можно догадаться на самом деле. Больше 70 тысяч по опыту, больше 12 по золоту, преимущество Легаси. Есть уже два даггера в команде у Магнуса и у Тайда. Еще худ будет скоро у Тайда, и он будет тогда, по-моему, вообще порабощать. У СФа БКБ. Ну, что тут? Ну, просто добычится Джакира. Сейчас увидим, на самом деле, он возьмет итем. Должен взять этот итем. А он вообще, что ли, продал, или что он с ним сделал? Нет, он еще себе баклер просто, у него домеки далеко, он не фармил. Он умирал в замесах иногда, но делал свою грязную работу. СФ гангует. Это не, нет, это ошибка. Это просто ошибка, по-моему, Орталиса. Ну, его гангуют. Да, там есть. А это БКП, улица, мани! Минус один. И ТП, ТП аут. Пока. Ребят, я ультанул. Мне хорошо. Тут двое на пол ХП остались. Мид пушится. Какой-то... Тут, ну, вот, этих ребят, кстати, не видно. Вот этих ребят не видно, они не знают, где вот эти четверо ребят по карте. Они их не видели, насколько я знаю. И тут врыв на врывку, просто, ой-ой-ой, ее разорвало, куча спелов. А тут морф. А морф-то перекачивался ловкость, по-моему, сейчас. Нет, у него примерно поровну, силы ловкости там. И что, кого поймали? Поймали Рубика. Пока Рубика, топтали в деревья просто. Вы похоронили на этом дереве, на пеньке. На пенек сел, все. Ушел в таверну.
должен еще косарь. Ну вот, просто делает минус 2 по карте, такой проганг. Убивает и все, и больше тут нечего ловить. Уже оформят крипов с правами. Чаос кнайт с 15 крипами. Из ПТ бежит. Бежит фармить. Там кого-то видели, а тут... А нет, по варду прошли, все. Ребята знают, что на миде, не в лесу. Здесь какая-то охота на СФа, что ли, будет? О-о-о, да, грязный тип, грязный тип, у него есть ульт. Что будет делать? СФ, СФ сейчас будет получить людей, а тут, на самом деле, должно быть поинтереснее, но тут двое. СФ-то не могут атаковать, брат, он без БКБ эту минуту. Куэрпа, охотится, охотник. Четырехногий охотник. Нет, видит много тут пацанов, не будет. Говорит, не буду врываться. Всех попалил, пошел фармить. Что у тебя есть? 3000 денег у тебя есть. Ты хитрый тип. Тут где-то движуха. Движуха тут какая-то. Еще Морталис, скажите иллюзии. Там эджент крипы вырываются на аппарата, по-моему. Хотя их просто стало больше теперь. Они нафармились. Магнитавр ТП. Куда ТП? А, он на базу. Значит, сейчас что-то будет собирать, что ли? Тараска? Нет, честно, я не знаю, что соберет там. Тут все что угодно может уже, наверное, быть на этих 3000 денег. Если он, конечно, сразу какой-нибудь рапиру или бесшоботник соберет, хотят, ну, я не знаю, это бесполезно, по-моему. Будет что-то намного интересней. Пока ребят фармят все. Ну, тут опасаются, даже вчетвером на миде. Ну, на пушку не похоже, тут ферка. Вот. Рядом аппарат, рядом, пятером. Или это пуш. Порталисы говорят, вали отсюда. Пора, пора. На мид. А нет. Он слышит вышку нанизу под шумок. Что, Морталис дизолятор что ли есть уже, нет? Ничего не нету такого, еще 750 у него. И БКБ. Боятся подходить. Рубик, что украл? Что украл Рубик? Айспэд украл. Ну да, полезно на самом деле скилл, особенно что Джакира их достает им. Когда сам бы не попался и, ну. И тут Бадагера, ревейдж! Еще два эспеса от двух разных персонажей. Гримса возвращает. Раскнайта притянули. Магнуса сультанул. Не убежишь, друг, не убежишь. Зря ульт потратил. Чаус кнайт. 18-3 счет. Почти 20 минут уже игра идет. И просто в пятером. И тут СФ. Какой-то. Или это не иллюзия СФ была? Да, это иллюзия СФ была. Репликейт. Зачем тут? Врыв на ВР-ку. Просто кусок ХП отрывает. Нет, Магнитавр не доехал. Тут еще кот Айс Вортекс упал. Пытается кого-то ловить. Пятый уровень Operation. Operation, я хочу творческий уровень, я хочу твой ульт. Вот честно хочу. Вообще, там где-то поинтересно. Вот общая ценность, кстати. Вот сколько всего за игру. Почти 8000 Магнитавр, СФ, там 7200 и 3800 мор после этого. Это просто... Это просто круг, это просто спел, это просто ульт Джакира, это просто минус 2. Где третий? А третий сейчас мертвый будет. Пока. Отшлепали его просто. По-другому не скажешь, там якорь упал, там еще волну дал Магнус. Плюс ЦТ2 на миде, команда Легаси, еще 21-3, это просто тотальное доминирование от Легаси против команды 5NF. Больше 15 тысяч в опыте разница и больше 15 тысяч по золоту. Ну, не бывает камбэков с таких игр. Не бывает просто. Что, будет Т3? Ну, патрон нагло дерзит. Дерзит под Т3, его хвостатый дизраптор. Хотя, блин, тут какие-то, нет, не очень по ХП, а тут... А, ну, Морталис просто снес Т2 по боту, он такой тоже, это как Дримлис иногда любит, так на крыску сыграть. Прийти, спушить и убежать. Вот так, в таком же духе тут... А, у него еще реген с собой. А тут Ривер, Виталити Бустер. Почти Тараска уже есть у Магнитавра все-таки. Ну тут уже, да, мы видели пэп в замесе от Тайда. И что это будет? Рефрешер? Хотя нет, вряд ли будет Стоун. Хотя может, да, рефрешер, наверное, будет. Что-то я уже ошибся, этот дизраптор забирает сейчас Кнайта, на котором есть пятером Глимс. Ой, хорош, хорош. Джакира попадает хорошо льдом, прям по краешку, убивает ВР-ку опять. Просто по одному. Ну, знаете, в стрельбе это тир, а здесь я даже не знаю, как что.
по одному персонажу вываливаются, как крипы какие-то, и все. И умирают. Ну, что, аппарат, есть шестой левел? Пятый. Сейчас у меня 22 крипа за игру нафармил. Могет. В 4 раза больше магнитавр. Нафармил тут СФ 138 на 41, та 74, 11. И после этого только морг 58, 15 херк, 45,2, тут что? Тут что, вот тут что творится, я даже промахиваюсь уже. Глимпс! Ой, хороший ульт! Тайдхантер уничтожает Рубика, убивает сейчас Кнайта сразу с Глимпса. Тут ВРК что-то стоит и смотрит. Зачем? Ну промахивается с Куэрпа. Там потом попытается пропушить морф. Я не знаю, зачем он пушит уже. Но тут дефать надо пытаться было хоть как-то. Там падает Т3 на миде. Бараки готовятся к порабощению. Порабощение бараков происходит. Тут Тараска есть, Магнатавра, Дизраптор уже с гиперстоуном. Есть медалька при этом. Ребрышки будут. Микасом есть уже Кира. У него вообще все замечательно. Он хилит всех. Да, пошел блять морфа. Да, отрывается на морфа. Перекачки еле хватает, чтобы последний хп. Что у морфа? У морфа ничего нет, кроме ботла, кила и ПТ. Никакого... И нет МП, все уже. Да, вот он пытается что-то сделать. Морф ТПшится, ну... Да, нету ульта. Так бы он не пожалел. Добил. Врыв. О, есть. Хороший ульт под стяжечку Магнатавра. Минус 2 Магнатавр. И ульт от аппарата. Аппарат получил 6 уровень. Это новость. Гонится за Рубикоидом. Рубикоид минус просто. Все. Минус 3. И морф, который на базе Коксон и пришел, аппарат шестым уровнем. Все, больше никого нет. Можно сносить трон уже, наверное. Уже нафиг не нужны эти оставшиеся стороны. Можно сносить трон. 28-3 еще, 24 минуты. Больше 20 тысяч по XP преимущество. Больше 25 тысяч по голде. Есть куча итемов и все. Тут. Вот что тут есть? Давайте посмотрим еще. Дагер, Мистик Став, БКБ. Два Микас, Полджа Кира. Дезерт лучший. У царя Оникса Тедханта есть Пайп Арканы тоже. Войд Стоун, Винг Дагер. Есть Арканы Киперстоун, ну Патрону. Куэрпа есть Тараска уже. Есть Арканы, есть Дагер. Против этого есть один Хадрес, одни Фазы, два ПТ и два Тавка. И Аквилы. А, да, Рико Аквила еще есть. У Марфа это слишком сильно. Ну, не вытащить, не вытащить. Сейчас, я видел. Отсюда по счету, кстати, да, вот по счету. 9.07 Магнатавр, 8.013. Тедхантер, 6.1.12, 4.1.18. Это Дизраптор и Джакира. А вообще Морталис ни у кого не убил. О! Врыв. Морталис, твой шанс. Нет, забирает Магнатавр, фраг. Рубик не дал. Ну просто у Морталиса 0.1.13, он играет роль соломит саппортом. У него есть одна смерть и... О, рабэш, отличный рабэш. Катик в сторону падает. Ну просто без шансов. Есть скилл, он начал скнайте. Все. Тут Морф пытается что-то сделать. Один против троих под пайпом. Размотала морфа, богоподобен. Опять богоподобие Оникса на Тайдхантере. Что творит царь? Выкупился Дизраптор. Ультимейт от аппарата залетает по Тайду, пофигу тут. Врыв от... Под две вышки, минус Рубик. Магнатавр эти убивает тут. Ну нет. Убили Магнатавра. Сорвали Beyond Godlike. 5 фрагов. И то двоих забрали перед его смертью. Ну, Джакира пробывает просто. И СФ. СФ делает второй фраг у него есть. Тайдхантер еще убивает. Я не успевал встретить за убийствами. 34-5, счет 26 минут. Всего лишь идет игра. Все. Это минус вторая сторона. Тут уже не надо вторую, третью пушить, ребят, не надо. Ну, нет, я знаю, что за все здания вам дают бонус экспо, но это не матчмейкинг, ребят, вы забыли. Рубик что-то спер. АСПС, ой! Ультует СФ! По куче народу, даже убивает. Двоих убивает, доминейтинг у Морталиса. После той единственной смерти.
Тут опять Пай пытается что-то сделать, Чел Снайт умирает. Это GG. Просто начинают выходить из игры игроки 5NF. 5.37 они проиграли за 27 минут. Все, что нам нужно осталось, это дожидаться того, когда все игроки 5NF выйдут, либо спустятся за трон. Насколько сильная была игра. Тайот ни разу не умер! Ребят, Оникс ни разу не умер на харде! Это достижение, все! Оникс больше не стоит хард! Тут еще врываются под фонтан уже на ПКшечных или внутренних игроков. Делают минус много. СФ забирает киллы, тут трон должен что-то сделать. Трон должен самоустраниться. И больше всего крипов нафармил СФ. 158 на 42. Молодец. А Легаси развлекается на фонтане. И Магадавр самоустранился. На фидео под конец игры. И 12-я игра закончилась. Мы ждем следующую.